Где мой Miracle Rogue? Valera versus Rexxar. Let the hunt begin. Watch your back. Так, ну что нам досталось? Веселый Хантер. У нас, правда, есть бэкстап из хороших новостей. Бэкстап это хорошо. Теперь нужны еще две карты крутые. Два бэкстапа. Подойдет. Да, что-то я даже хантом не могу. Прикиньте, вот если даже хантом человек не может. Он, наверное, тупее хантов получается. Капец. Нахер иди, Greetings Traveler. Это не тот ли, с которым я играл, который с рывками 3-1? Тоже был на 6-м ранге, по-моему. Ник знакомый. Да, Наташа, забан просто так, быстро лишишься мудрки. У нас тут все строго. Приходится тратить бэкстап молоко. Ну давайте проверим, может, всем по 2. Тут Хант играл, трапы всем по 2, если это то же самое. Отлично, отлично, отлично. Yes. 2 хп он, конечно, снял, но... Но. Well played. Надеюсь, там не медведь. И не кабан. И не фрострапа. Ну, фрострапа не так страшно, как медведь или кабан. Остаешься? Правильно, правильно, сдавайся. Он думает, Хантер Марку сейчас давать или потом? Все, закрыл балкон, а то задубил. Я тут на 22-м этаже ветер на балконе прилично. Kill command, да? Ага, kill command. Ну, давай дракованного. Победил того 4-4, натянул 4-4. Так, трапа там, вероятно, осталось просто, только из змеи. О, прекрасный топ-дек, кстати, зацените. И это хороший топ-дек. Все это сейчас пригодится. Даже если просто трапа, уже не так страшно. Я думаю, здесь мы победим ханта. Лука не боимся, карты есть чем брать. Существо на столе, оружие на столе, жертвовка есть, все есть. Гиена? Вот это да.
Так, гиена размером 4 на 4. А у нас у меня 4 на 3. Нет, проблема. Полезай обратно, гиена, откуда вылезла. Я уже кушать хочу. До часу поиграем ранкет. Ну или так, арену до часу поиграем, а потом пойдем есть. Латепчик пришел. Ох уж этот латепчик. Неприятный типок, однако. А Маша, как и все мои модераторы, есть только один способ стать модератором. Вот все эти пиздецы, караси, грутексы и мены. У всех путь в модераторы только один, ничего не поделаешь. Наташа, конечно, брезговала ей, не хотелось. Но очень хотела стать модератором, поэтому на все согласилась. Собачника не оружием. Во-первых, у меня второй яд, а во-вторых, конечно, хп экономлю. Хп это важно, знаете ли. Так, чем я тут летал? Сейчас на 6 жертвую. Остается 14. Минус 5 остается 9. Минус 5 остается 4. Да, летал через ход. Ну, через ход так через ход, ладно. А вот так летал, гляди-ка. Выиграли, потому что два бэкстаба на старте. Нет бэкстабов, проиграли. Есть бэкстабы, выиграли. Все это выкидываем, все это против зоолока не надо. Я вообще надеюсь, что это зоолок, потому что с хендлоком нам труба, а с зоолоком мы играем в плюс. О, бэкстаб, яд, агент остался, только что был зоолок. Тогда мы победим. Кто лучше из них? Из кого? Из модераторов? Ну, конечно, Наташа. Что за вопрос вообще? Неприятная такая карта вот эта. Ну вообще. Отжарил, так отжарил. Это, конечно, неприятно, я не хотел. Ничего, тратить нам монетку на стенку?
пока там до бэкмента не доигрались. Наверное, надо не жальничать, тратить монетку на стенку. Так он блэкнайт придет потом, позже. Стенка вообще ничего не сделает. Блин. Там еще и Лерой нашелся. Это, конечно, жопа растет. Интересно, почему. А, вот так. Понятно. Надо весерейт поднять какой-нибудь. И весерейт нас спасет. Весерейта нет, ладно. Шиф есть, если не хочешь меняться, его шивну. Чувакам, чуваком делать, то меня убьет соло. Соло убьет. Да, демон, конечно, жопа. Наташа на эксперименте. Это какие-то наркотики теперь так называются, что ли? Я на эксперименте. Никаких экспериментов. Бля, я так круто начал. Ёбаный демон. Ладно, давайте мне весерейт, и все будет еще. Поборемся, поборемся. Пожалуйста. Шиф на 2. Шиф на 2 это мало. Хилер нужен. Там какой-нибудь весерейт нужен. Хилер 3-3 подойдет. Фен ножей пришел. Ну что, у него, судя по всему, судя по Лерою и по прокачкам, ну прокачка, ладно, ни о чем не говорит, мог быть чарджер в деке, а так у него один Soulfire, один демон остался там где-то в 18 картах. Поэтому мне нужно топ-декнуть срочно хилера, чтобы выйти из-под угрозы быть убитым одним Soulfire или одним демоном. Само не очень страшно. Вот это страшно. Ладно, боремся. Может, найдем жертву пушки. Фен ножей там уже прокрутили. Ван Клифф. Нет, Ван Клифф Яна не то. Так, ну что, если бэкстабы я потратил, да? По крайней мере, один. Второй не помню. Второй, может, и не тратил. Одного, если даже сапну, второй мне троечку сносит. Всякие крутые карты. Последний шанс топ-декнуть. Проблема в том, что два жигулера в руке, и они могут просто в лицо меня застрелить. Такой шанс есть. Проклятый демон, сколько проблем из-за него. Ну что, дружок, как там у тебя стрельба? Раз, стрельба. Ой, ой, два хп. Ой, 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 ой. Ой, не убивай. Ой, ааа, это он еще выебывался. Плохи дела. Так хорошо начали.
Валира versus Gul'dan. Другой. Your soul shall be mine. Watch your back. Да демон один меня отмудохал, у меня не нашлось никакого решения этого демона. Да и весь рейд бы один был, я бы сразу шлепнул и все. Какая-то задача... Не очень. Где Малигос? Малигос для педиков. Ой, начинается. Ой. Так, дружок, уходи пока отсюда. Слишком ты крутой для одной маны. Bring out your dead. Так, бэкстап это уже кое-что. Бэкстап это уже лучше, чем ничего. По крайней мере, ему хоть никакое сопротивление не оказывает. Все еще дела плохи. Из хороших новостей Soulfire ушли, из плохих демоны остались. О, смотри, 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 жизнь-то налаживается, ребята. Так случайно и выиграть можно, если дальше повезет. Надо только топ-декать как топ-декер. То есть там дракона сразу, даже уже не гаджистанца, а сразу дракона. Потом берет по две карты вход, а мы по одной.
Да, Колблад можно на противников юзать, поэтому некоторые руки играют и геймхантерами, потому что могут своим Колбладом прокачать противника и шлепнуть его. Ну, да, практически то, как я и хотел. Практически дракон. Полезная карта, полезная. Ну тогда гаджестанс на топ-дек, как раз такие дела. Интересно, что он там не поставил к дракону? Демон мне, что ли? Маны не хватило на демона. Что-то ж у меня там есть. Яичко. У него остается хит. Да, блядь. Жесть. Вот это жесть. Вот это партия. Атас. Прям хоть выкладывай на YouTube. Вариор. Вообще надо бы пятерки, вообще надо все бы оставлять надо. И дракона еще хотеть. И гаджестанса хотеть. Что за рубашка? За близком, кажется. Я уже начал в них путаться, в этих рубашках. Против Вара нет большого смысла раскручивать большого Ван Клифа, потому что он может его шлепнуть казнью. Отлично. Есть тоже хочу сделать паузу. Давай лучше еще 20 минут постримлю, а потом все вместе пойдем есть. Дерзко. Напорит меня оперативно. Хитушку уже мало. Вот он и контрольный вар. Приедешь, Маулин. Давно тебя не видел, кстати. Против кого Ван Клиффа раскачивать? А практически нет дек, которые не могут справиться с Ван Клиффом. Да кто угодно может справиться с Ван Клиффом. Только Зоолоку трудно. Хотя они тоже стали совами играть. Вар, экзекьют, и варф есть сайленс. У друида есть рогач сайленс. Рога может сапнуть. Только если Ван Клиффа стоит раскачивать консилу. Хант может дать хантермарку или заморозить, или сау тоже даст. Хантера, наверное, больше всех способов справиться. Черт, уже 17 хп. Что-то как-то стрёмно. Уже как-то стрёмно, ребята. Там Black Knight, кстати, бывают. Надо бэкстап искать. Пока не бэкстап. Может, здесь бэкстап? Бэкстап! Вот, сука. Мало хп, я очень переживаю. Вар может долбануть резко. Малерога без Малегоса? Нет, это чушь. Это просто Мерклрога. Малероги там лежат, во-первых, не Колблады, а Синистер Страйки. Там два Блэйд Флури лежит. Короче, есть отличие. Латепчик пришел, но Латепчик нас уже не спасет, потому что он колотухой забьет нас. Что-то мы не очень много карт взяли, ну ладно. Сразу так я бы Ван Клифф уже раскачал. И 5, 6, 7, 8, 9 будет 10, и потом я погорю. Ладно, не надо нам больше карты.
хочу погореть. Что, так и не будет? А, он экономит топор, значит, у него отец на руке. Он хочет топором, мне на следующий ход оставить хит. Если я сейчас Латеба убью, останется хит. О, вот это, смотри, это подходит. По всем пунктам подходит. Упс. И папашку теперь не активируешь. У меня, правда, все равно 10 карт в руке. Какое-то палево. Но там что-то сгорит. На что не хватает. Ненавижу Латеба. Ненавижу, блин, цыган. Крутой ход, да? Второй топор. Ну теперь меня убивает на следующий ход гарантированно. Нет, 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 не гори карты. Там у него хиллер какой-нибудь ценный сейчас горит. Бэкстап. Ну, бэкстап, ладно, слишком жалко. Ну, конечно, ставим стенку. И, наверное... Да нет, 4-4 мало. Потому что подсказ меня подставим от топора. Стенка у меня одна в деке. Если он сейчас убьет, а он ее убьет. Что дальше делать, непонятно. Упс, упс. Так, есть ли у нас способ какой-то защититься сейчас от папашки? Ну, теоретически у меня остается хит, потому что папашка ходит в гости на 10. И я все-таки жду второй яд, чтобы сходить в атаку, а потом пожертвовать. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот проблема. Ван Клиффик, Ван Клиффик! Сучка крашеная. Кругом меня обманывает. Так, ладно, как нам побеждать вообще? Раз, два, три. Нет, Латеб Сапшир. У меня там в 7 картах один яд остался. Дела наши плохи, но шансы есть. Боимся. Нет, пират у меня нет. Не хахарога. Так, сапнус потрачен. Прекрасно, прекрасно. Великолепно. А вот это, кстати, очень неплохо. Это даже просто, просто божественно. Да, у нас это сейчас прекрасно. Рад ли чатик зиме? Не знаю, не спрашивал. Я на самом деле люблю любое время года. Ой, 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 блин. Хьюстон, у нас проблема. Боюсь, тут нас ничто не спасет. Сейчас сам себя буду убивать, да? Тремя картами. I'm ready.
cards. Instruction begins. О, погоди, он дарит нам какой-то маленький шансик. Я не знаю, чем я там на топ-деке, если он сейчас стреляет малыша. Ну, карандаша, то у нас появляется какая-то надежда. Вау, как раз это мне и надо было. Да-да-да. Сейчас снова все будет попадать, все равно летал, там что-то фатикнуло. Но если там вдруг снова ничего нет каким-то образом, снова попадает малыша карандаша. Блин. Ой, как-то много хп. Отстой. Все, не убиваем. Стреляет в голову, улетал, потому что у меня фатик на 2. Стреляет в малыша, у меня атака остается на 12, а у него 13. Сучка крашеная. Что-то сегодня сосу ранкет. Хотя все партии очень близки. Золока почти победили, Вара почти победили. Что за почти какой-то день? Давайте еще за две партии. Холодно и грустно зимой. Наташа, я готов тебя согреть и развеселить. Я надеюсь, там не Золок, потому что он с рука просто может сразу консилить. Я не якое до голди. Может быть, я хавать на самом деле очень-очень хочу. Что-то сижу сам не свой. О, это хендлок. Ему, честно говоря, тоже не рад. Надо идти есть. Все хуже лета, а мне не нравится большая жара. Совсем уж жаркая такая. Хендлок. Хэндлок надо было в атаку идти, а зря сейчас не сходил в атаку первый раз, хит не снял. Сейчас было бы уже 26, представляете? Ну, хиллер это хорошо, значит нас ждет дракон, а не великан. Это если есть дракон. Жалко бэкстаба нет, я бы хотел сейчас бэкстабнуть эту шляпу и убить сразу. Зимой фрирайд, но это у нормальных людей. У нас зимой будет Дренор. Фри Дренор. Не, смотри, ну великана хотел. Я что, неправильно посчитал? Похоже на то. Развлекайся. Очень дорого мне входит этот здоровяк. Прям... О, блин, и сап. Ну, твою мать. Я уже раскрутил Ван Клифа.
Я вот думаю, поставить Ван Клифа и спрятать его, либо сначала консил поставить большого Ван Клифа, но он получит ремол за 6 маны. Там 2 ремола за 6 маны, и вероятность потерять Ван Клифа крайне высока. С другой стороны, консил лучше бы оставить на гаджестанции, если мы все-таки топ-декнем. Просто поставлю Ван Клифа, если он, короче, его убьет, он тратит на это целый ход. Так, если ход на 7 маны, то Лаоте бы переодеть пушку. А может быть, я был неправ. Мне кажется, надо было сейчас консилить. Тогда бы через ход я мог дать Латеба, чтобы защититься от ремола. Так, такие дела, значит, да? Он может Soulfire кинуть за 5 маны. Ну, это Soulfire за 5 маны. Тут много ходов, где много опций. Соответственно, вот здесь проявляется скилл. Казалось бы, не делаю грубых ошибок, а с другой стороны, вариантов очень много. Можно было спрятать Ван Клифф, а можно было как-то по-другому сыграть. И вот так вот крутые игроки здесь делают правильные ходы и выигрывают, а плохие проигрывают. 13, 16, 17, 19 летало пока нет. 21 летало все еще нет. Но хилка стоит ему 9 маны. Раз, два, три, четыре, пять. Маловато будет. Here we go. This guy's toast. От Soulfire защитились, от Soulfire защитились. Ходи, дружок. Бах, сова сгорела. Хорошо. Сова убивает Ван Клифа. Забавно, такой ранкет в Miracle Rogue, да, с этим Золоком была классная партия, с Варом классная партия, здесь интересная партия. Вот, кстати, Золок я должен был выиграть, с Варом там 50 на 50, а Хэнлоку должен сосать за обе щеки, но кажется, я его сейчас выиграю. Ну, может взорвать на 8, или даже так. Ой-ой-ой-ой-ой. Взрывает на 8, а может и не выиграю. Тут либо выиграю, либо нет. Надо топ-декнуть. Какой-нибудь дамажок. Дамажок какой-нибудь топ-декнуть. За 5 маны стенка обратно лезет. Ну, неплохо он сыграл, неплохо. А я топ-декнул дамажок. Молодец, мне повезло. Бе-бе-бе. Ха! Все не так. Золоку проиграли. Хэндлока выиграли.